Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы вот с вами поделиться такой вот мыслью, таким своим мнением. Вот рано или поздно Путин покинет свой пост президента. По такой причине. Это, конечно, неизвестно, но это произойдет. Я считаю, даже если он по причине своей смерти покинет этот пост в связи со смертью своей, это будет для него даже благо. Но если он потеряет этот пост с какими-то другими событиями, каким-то переворотом, каким-то еще бунт или что-то подобное, я считаю, что это будет, конечно, для него очень опасно. Какие силы захватят власть в России после него, и какие эти силы будут иметь негативные к нему эмоции, негативные предъявы. Это то-то они будут знать, и как они будут действовать против него, я даже не знаю. Но то, что рано или поздно Путина не станет на посту президента, это понимает и он. Тут только время может показать. Вот хотел бы с вами поделиться такими вот размышлениями. Как оно будет, интересно посмотреть. Считаю, что этот финал будет очень интересным. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте, высказывайте свое мнение в комментариях. Всем благополучного дня!